Смирно! Равнение на середину! Товарищ полковник, участники соревнований построены. Начальник спасательной части 10, города Клинцы, Жура. Здравствуйте, участники соревнований! Здравия желаю, товарищ полковник! Вольно! Вольно! Слово предоставляется начальнику Главного управления МЧС России по Брянской области, полковнику внутренней службы Уваркину Вадиму Сергеевичу. Я нисколько не сомневаюсь, что здесь в ходе этих трех дней вы приобретете новых друзей, станете профессионально подготовлены и, как говорится, за вас можно быть спокойными. Поэтому я предлагаю, не затягивая наш праздник, считать 16-е. Региональные соревнования учащихся школы безопасности открытыми. Почетное право поднять государственные флаги Российской Федерации и Республики Беларусь предоставляется капитанам команд победительниц 15-х региональных соревнований школы безопасности города Клинцы и Брянского района Брянской области и гостям из Республики Беларусь. Слово предоставляется заместителю губернатора Брянской области Сергееву Сергею Анатольевичу. Участие в соревнованиях не только дает вам, дорогие ребята, прекрасную возможность показать, проявить себя, показать свои физические возможности, силу воли, но и продемонстрировать товарищескую поддержку, выручскую, почувствовать плечо друга, приобрести новых и надежных друзей. Желаю всем участникам соревнований школы безопасности мужественно пройти все испытания, ну и пусть победит сильнейший. С праздником и с начала открытия соревнований. Всего самого хорошего. Слово предоставляется директору Департамента образования и науки Брянской области Оборотову Владимиру Николаевичу. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте мне от лица Департамента образования и науки Брянской области поприветствовать участников, гостей и организаторов этих замечательных соревнований. Действительно, 16-й раз они проводятся, и это говорит о том, что эти соревнования стали уже традицией. Эти соревнования являются главным событием данного движения «Школы безопасности». Слово предоставляется директору Департамента семьи и социально-демографической политики Брянской области Тимошину Игорю Евгеньевичу. Добрый день, уважаемые участники соревнований, уважаемые присутствующие. Нам очень приятно сегодня здесь вместе с вами открывать эти соревнования, которые уже стали, как сказал Владимир Николаевич, доброй традицией. Мы надеемся, что каждый из участников проявит себя с лучшей стороны, каждый из участников получит здесь дополнительные навыки, каждый обретет друзей. А в целом, пусть победит сильнейший и дружба. Спасибо. Слово предоставляется начальнику Гомельского областного управления МЧС, полковнику внутренней службы Дьячковскому Сергею Анатольевичу. Я приветствую всех участников соревнований. Хочу пожелать вам силы духа, чтобы вы почувствовали плечо своего товарища, не забывали о чести и достоинстве, независимо от того, на каком этапе и как вы проходите. Самое главное участие, то, что вы здесь, это уже, наверное, победа. То, что вы сплочены, и то, что вы можете что-то показать. Хочу поблагодарить начальника управления по Брянской области, губернатора Брянской области, всех, кто организовывает уже на протяжении 16 лет такие соревнования. Это очень достойно, почетно, и это нужно, конечно, только укреплять. Всех благ, успехов на этапах и, самое главное, крепкого здоровья. Берегите себя. Слово предоставляется главе Клинцовской городской администрации Морозову Александру Игоревичу. Дорогие друзья,
Я рад приветствовать всех участников областных соревнований школы безопасности. Нам очень приятно, что местом проведения соревнований выбран именно наш город. Человек с древних времен пытался выжить в трудных природных условиях, и выживал тот, кто соблюдал правила осторожности и мог справиться с чрезвычайными и опасными ситуациями. И школа безопасности – это очень хорошая жизненная школа, которая дает вам, уважаемые ребята, основные навыки безопасности, жизнедеятельности, учит справляться с различными ситуациями. Участвуя в подобных соревнованиях, вы не только проверите свои знания, как надо действовать в чрезвычайных ситуациях, как оказывать первую медицинскую помощь, испытаете себя в роли пожарного и спасателя, но и приобретете новых друзей, почувствуете взаимовыручку и поддержку своих товарищей. Такие соревнования – это не просто напряженная борьба за призовые места, это стремление доказать себе и другим, что ты можешь в трудную минуту оказать помощь другим, спасти человека и преодолеть любые трудности. Ну, желаю всем участникам хороших стартов, удачи, новых достижений, и пусть победит сильнейший. Пусть у вас, уважаемые участники соревнований, останутся самые приятные впечатления о нашем городе, и до новых встреч. Обращается главе администрации Клинцовского района Савченко Виктору Ивановичу. Уважаемые организаторы, дорогие ребята, представители района всей нашей Брянской области, дорогие ребята, представители Республики Беларусь, мы рады вас приветствовать на нашей Клинцовской земле. Город Клинцы славится автокранами, вы видите, которые бороздят по территории не только нашей Брянской области, но и России, и за рубежом. Клинцовский район славится санаторием «Затишье», на котором вы будете вот сегодня три дня жить на нашей территории, считайте, в санаторной зоне. И славится еще заводом силикатного кирпича. У нас много достопримечательностей, много памятников истории, архитектуры. Но самое главное богатство у нас в городе и районе – это наши люди, гостеприимные и трудолюбивые. Я желаю от имени администрации Клинцовского района, районного совета народных депутатов, удачных вам стартов, хорошо провести это время, как говорили уже, найти хороших товарищей за три дня, хорошо отдохнуть. И я думаю, вы, каждый из вас, увезете частичку Клинцовского района, воспоминания о нашем районе с собой. Удачных вам стартов, всего вам доброго, дорогие ребята. Желаем всем участникам движения творческих успехов, отличного настроения, мастерства владения новейшими знаниями и навыками в области безопасности жизнедеятельности. Удачных стартов вам! После прохождения торжественным маршем командам приготовиться к соревнованиям по виду пожарно-спасательный спорт.